Привет, YouTube! Целую неделю не было роликов в связи с некоторыми моими проблемами со здоровьем, но сейчас более-менее все в порядке, поэтому будем наверстывать упущенное, и сегодня я расскажу вам, как очень быстро и эффективно прокачать практически все свои навыки в Вальхейме. Поехали! Итак, как же мы будем прокачивать наши скиллы? Для начала нам нужно найти камень, и мы будем вокруг этого камня возводить избушку. Вот такую вот избушку. Это будет наш, как бы сказать по-английски, тренинг-хаус. Как клабхаус, только тренинг-хаус. Короче, тренировочный дом. Вы выравниваете землю и вокруг камня выстраиваете себе дом. И у вас должно получиться что-то вроде вот такого. Как, собственно, сделал я. И в чем же смысл, спросите вы? Смысл в том, что здесь мы получаем отдых, комфорт на троечку, да, всего на троечку, но мы также получаем и баф от огня, баф от укрытия, и через какое-то время мы с вами получим еще и баф от бодрости. Да, мы получаем бодрость. Вы хорошо отдохнули, комфорт 3. Все это вместе складывается в активные эффекты. Восстановление выносливости от отдыха плюс 300%, бодрость плюс 100%. И за счет этих бафов мы сможем очень быстро прокачивать наши скиллы. Что ж, давайте начнем с самого простого. В каком-то из предыдущих видео, по-моему, видео для новичков по Вальхейму, можете посмотреть по подсказочке справа сверху, я рассказывал о том, что камень можно использовать как тренировочную куклу для многих типов инструментов, для оружия, для инструментов, для лука и так далее. Собственно, здесь, в этой избе, из-за того, что у нас быстро восстанавливается из-за комфорта стамина, мы можем быстро качать наши скиллы. То есть, если мы зайдем в скиллы, вот сейчас посмотрим топоры, и вот урон топоров, он сейчас вот где-то вот здесь. То есть, по сути, это где-то, наверное, четверть, да? Вот, сейчас я продемонстрирую, как это работает на камне конкретно. Вот, у нас улучшился навык топоры 17 довольно быстро. Вот, и он начал расти. То есть мы не наносим никакой урон камню, но при этом из-за того, что мы делаем какое-то действие, то есть совершаем действие топором, из-за того, что у нас тратится стамина, у нас качается навык. Это работает также и с мечами, и с дубинами, и с безоружием, с копьями, с ножами, с древковым оружием, с чем угодно. Со всеми вещами, которыми мы можем просто стоять и бить по камню, это будет работать. Вы можете сделать себе какой-нибудь, например, макрос и просто оставить персонажа, чтобы он стоял и бил камень, а вы пока смотрите какой-нибудь фильмец, попивая с утреца кофеечек на втором мониторе, как бы, а у вас персонаж тут спокойно стоит, бьет камень и качает ваши навыки, которые вам нужны. Главное, чтобы вы всегда следили за стаминой и кушали полезную еду, которая дает, полезную я имею в виду ту еду, которая дает больше всего выносливости. И на самом деле неважно, на каком этапе развития вы находитесь, главное всегда кушайте ту еду, которая дает больше всего выносливости. Также с помощью камня вы сможете прокачать и лук, используя при этом просто простые деревянные стрелы. Вы можете сделать их очень много, они делаются очень дешево, просто из дерева. Но используя камень, вы также прокачиваете лук, стреляя просто в него. У вас тратится стамина, вы используете лук, и навык, собственно, прокачивается. Ну а стрелы, ну уж потратите вы там дерево немножко на стрелы, я не думаю, что это уж такая большая проблема. Также, когда вы строите ваш дом, то всегда не забывайте делать дымоход для вашего костра, потому что иначе будет происходить задымление, и вам будет наноситься урон. Если вы хотите, кстати, чтобы я сделал гайд по дыму в Вальхейме, как бы это абсурдно не звучало, но я могу сделать такой гайд по дыму и кострам в Вальхейме, то напишите об этом в комментариях, я обязательно сделаю. Что же касается прыжков и бега, нам нужно будет построить вот такую вот платформу, только не прямо на стыке. Потому что если вы построите ее прямо на стыке, то у вас будет очень неудобная камера. Вот, поэтому вам нужно поставить ее чуть выше. Наверное, где-то вот так. Да, камера будет все равно мешаться, но это будет уже меньше заметно. Зачем же это сделано? Здесь мы будем тренировать прыжки и наш бег.
Вы спросите, почему нельзя прыгать и бегать просто так? А я вам отвечу, что когда вы прыгаете просто так, смотрите, как много времени у вас занимает один прыжок. То есть вы прыгаете, он пока дойдет до верхней точки, пока приземлится. Здесь же вы можете просто спамить, очень быстро спамить на пробел, и у вас будет качаться прыжок. И посмотрите, как быстро восстанавливается стамина. То есть с комфортом даже на троечке очень быстро восстанавливается ваша стамина, и вам не нужно тратить много времени, чтобы где-то бегать, прыгать и восстанавливать стамину в другом месте. С бегом все точно так же, вы просто упираетесь в стену и бежите до бесконечности, пока у вас не кончится стамина. Вот. И когда она у вас кончается, просто ждете, пока она восстановится заново. Вот. И снова бежите. Единственное, что бег довольно долго прокачивается, по-моему, это единственный навык, который прокачивается настолько долго. Поэтому, в принципе, бег можно качать просто на улице, играя в игру. Вы, наверное, можете спросить, зачем мне все это делать? Это же очень скучно. Почему я не могу просто прокачивать навыки, играя в игру? Да, вы будете абсолютно правы, но тут смысл не в том, что это скучно или не скучно. Смысл здесь в том, что это быстро и эффективно. То есть, естественно, вы вообще можете на самом деле включить себе читы и просто выставить все себе на максимум. Вот, а можете использовать вот такой вот метод, чтобы было более легально. Ну, а можете совсем не париться и спокойно играть и прокачивать все скиллы в дикой природе, как говорится. С киркой придется изворачиваться и придумывать хитрости, ведь киркой вы просто разобьете камень. А кирки нам тоже нужно качать. Чтобы качать кирки, вы можете просто построить себе вот такой вот палет из пола любой высоты. И вам даже не надо будет его чинить, потому что когда сломается пол, вам просто вернутся все ресурсы, которые вы на него потратите. Ломается он довольно долго, поэтому вы можете качать кирки вот таким вот способом. Заметьте, что если вы будете бить камень топором, то у вас будет прокачиваться только навык топоры, а вот рубка древесины у вас прокачиваться не будет. Поэтому, чтобы прокачать рубку древесины, вам придется идти в лес и уже рубить дерево. Также в нашем тренировочном доме мы не сможем прокачать скрытность, хотя на самом деле, если вы соорудите здесь еще и вольер с каким-нибудь кабаном, то вы можете тут еще и скрытность прокачивать. Также вы не сможете здесь прокачивать блокирование, хотя, опять же, если вы посадите сюда какого-нибудь грейдворфа и будете просто бесконечно блокировать его атаки, то можно и блокирование прокачать. Ну и, конечно же, здесь не получится прокачать плавание, а вот о плавании мы поговорим прямо сейчас. Что ж, выглядит, наверное, не очень презентабельно, да и место совсем, если честно, я выбрал не очень удачное, но суть я вам сейчас расскажу. Вам нужно подобрать какое-нибудь место на берегу, чтобы можно было построить что-то типа вот такой вот постройки, где вы сможете прокачивать ваше плавание. То есть основной принцип в том, чтобы конструкция уходила под воду, туда вы вниз поставите пол и будете просто упираться в стену, и когда волны будут подниматься... а волны поднимаются через стены, вы будете начинать плыть. Когда они будут опускаться, вы будете восстанавливать стамину, просто идя. То есть вот как вы сейчас видите. Также в игре есть горячие клавиши. На горячую клавишу Q вы можете заставить вашего персонажа идти бесконечно вперед без вашего участия. И, как вы видите, это работает довольно нормально, я бы сказал. Когда волн нету, вы восстанавливаете стамину. Когда волны есть, вы начинаете плавать и прокачивать ваше плавание. Что ж, все эти способы могут оказаться для вас полезными, если вы создали нового персонажа и хотите побыстрее прокачать навыки, или, может быть, вы умерли несколько раз, либо вы просто хотите быстро прокачать ваши навыки и, собственно, не париться. Такое вот видео получилось, прожимай обязательно лайк, если понравилось, если не понравилось, жмакай дизлайки, пиши обязательно комментарии, про что сделать еще новое видео по Вальхейму, а может быть и не по Вальхейму. Обязательно переходи по ссылке в описании на мой Twitch, где я провожу каждый день прямые трансляции. Заходи, там у нас весело. Ну и подписывайся, конечно, на канал. До встречи в следующих видео. Пока!